Всем доброго утра. Вот мои поляночки. Каждое утро я подхожу, прихожу и их проветриваю. Посмотрите, вот такая сальвия у меня получилась. Укоренилась она. Гвоздичка тоже. Но не вся укоренилась. Дело с первым вообще отлично укореняется, оказывается. Можно ее еще нарезать. Она укореняется очень-очень быстро. Ну и вот сколько там прошло дней, не знаю, неделя, наверное, с того момента, как Татьяна нарезала мне эти черенки. Ну, под лампами, конечно, они укоренились быстрее всего. О, корни какие. Уже пора пересаживать. Представляете, как весной быстро с хороших маточников нарезанная ампельная петунья семенных быстро укореняется. Так, ну и далее, что у меня тут еще? Калибрахуа. Здесь диасцы немножко. Последний уцелевший, с последних кустиков нарезала. Это у нас эуфорбия. Сейчас полью все. Ну, тут мимезии. Немножко тоже. Ну, вот эта лиловая, самая живучая. Она вообще укореняется тоже на раз-два. Так вот петунья выглядит. Ну, хлорозит. Железом, да. Обработал немножко, смотрю, началось зелень появляться. Насыщеннее. Ну, где-то вот черная ножка немножко погуляла. Так, калиброшки. Вот, цветут. Много я оборвала цветочков. Они все равно вот не хотят меня слушать. Набирают цвет. Ну, потому что с цветущих были резаны. Так, вот здесь вот кассетка одна с выпадом. Плесень до алисума не добралась. Вот до последнего, до уцелевшего алисума в этом году будет очень мало. А так, а геронтеум тоже у меня пострадал. Ну, вот видно, да, вот она ползет. Проветриваю, все равно. Я и максимум обрабатываю, все равно. Ну, и да ладно. Зато другая кассетка меня радует. Здесь у нас вот бивенс вот такой лесом. Бакопочка. Вот только цвела вчера, вообще вся была в цвету. Сегодня вот так. Ну, тоже. Ой, корешок прям оторвала. Прям звук раздался, лобили тут немножечко. Так, ну, вот такие дела. Пойдем на окошко же я еще укореняла. У меня ламп-то не хватило вот под эти ампеля Татьянины. Пойдем посмотрим, что на окнах. Какая ситуация. Так, ну и на окнах какая ситуация. Вот сейчас открыла. Парничок сейчас опять закрою. И вот пока тут яркое-яркое солнце, это восток, с утра солнце, я уберу. Потом поставлю обратно. Вот смотрите, то, что вдоль окна, да, не укоренилось. Ну, видно по ним, они вялые черенки. А то, что вот ближе к батарее, потому что отопление сейчас у нас еще все-таки работает, вот им прям хорошо. Вот тепло в ноги даете, и все, и ваши растения укореняются. Ну, вот они, корни. Но дело в том, что эти растения надо будет формировать, потому что, как вы видите, вот палочки на ножке, листочки. Поэтому, ну, что-то получится, что выбросится, но, тем не менее, укоренение все-таки есть, да? Вот второй ящик тоже мы видим. Вот здесь. Даже по росту их видим, что вот эти вот черенки, как были присажены, так корней не дали. Что-то тут у меня подсохло, а что-то прям вот ближе к батарее прям хорошо подукоренялось. Вот, ну, поэтому вот такие дела. Еще на северном окне есть. Ну, вот здесь вот такая ситуация. Вот, тоже вот там вот, где было ближе над батареей, тепло в ноги, растения укоренились. Здесь что? Здесь они только-только набираются. Но вот по самому краю эти корешки. Да. Еще один. Вот потревожим. Еще один уж, ладно. Все от сорта же все зависит. Тут же все вперемешку было. Вот корни какие хорошие. А вот. Здесь у меня агробалт синий с вермикулитом. А вот здесь вот по краю. Ну, сейчас буду опять опрыскивать и покручу ящик, поменяю стороны. Вот. И здесь, конечно, никакого укоренения, естественно, видите, вот. Вот. Поэтому, что нужно для укоренения? Нужна оптимальная температура, освещение не менее 12 часов.
и тепло в ноги. Но нижний подогрев. Тогда укоренение будет просто, ну, просто моментальное, там, на 4-5 день. Это действительно так. Ну, все, показала я вам свои поляночки. Всем хорошего дня и до встречи на канале Мой Сад.